Ну, во-первых, хочется поздравить всех сотрудников, коллектив и руководителей этой замечательной школы с такой редкой в наше время очень красивой датой. 25 лет – это серьезная цифра. И 25 лет учителя Ломоносовской школы помогают нам растить, воспитывать и образовывать наших замечательных детей. У меня два сына, и старший уже закончил Ломоносовскую школу, младший вот сейчас продолжает учиться. И надо сказать, что это большое счастье иметь таких надежных преподавателей, которые стали нашими товарищами, которые оказывают всевозможную поддержку нашим детям и всегда идут навстречу. Я желаю вам всем процветания, удачи, новых творческих идей, интереснейших проектов, как это и всегда было, это уже в традициях Ломоносовской школы. И чтобы дети были адекватными, веселыми, воспринимали те знания, которые вы хотите им дать, брали их активно и с удовольствием. И желаю вам счастья, удачи и еще 25 по 25.